Обзор про КамАЗ 65-115 шасси. Поедет в Армавир, поедет уже завтра. В воскресенье утром мы будем встречать с аэропорта. Ну что, и также, друзья, напоминаю, что если вы как-либо рядышком, вы можете доехать до этого КамАЗа, пощупать, поговорить с клиентом, самим хозяином этой машины. И вы можете встретиться не обязательно, когда он приедет. Это же может через месяц, через год, через два. Так что особенно эта машина, так скажем, приметная. Он заказал два КамАЗа и кабину. И кабину в Армавир. Хотел вообще забрать портвейн. Портвейн у нас там. Ну, 14-й год, который ушел. Это 13-й. Ну вот, что тут. По мне так просто машина... Машина секси. Машина секси. Впереди батоны. Видите, тут уже куча всего. Куча всего. Так что, видите, клиент попросил воскресенье. Все, отгружаем воскресенье. Вкусный цвет зеленое яблоко. Вот таким. А вы как считаете, мы хорошо ее поставили? Адекватно мы ее поставили? Может, не стоит так ставить? Так выпендриваться. Что скажете? Но в Киров мы так отправляли уже. Так, откатники, фаркоп. Фаркопчик, рокингерчик. О, по мне так просто знатно. Зеркальные номера, что тоже порой бывает, имеет вес. Николай приезжал непосредственно вот за таким КамАЗом. У нас был такой 14-го года. Но не успел. Прям чуть ли не под носом и уже забронировали. Вот. Так что в итоге он решил заказать два вот таких КамАЗа. Только уже не двадцатки, а пятнашки. Европанель, пневмосиденье, все просто. Крыши Макси, два матраса. А, кстати, тут же у нас еще и кондиционер есть. Да? Где наш этот кондиционер-то? Мы вчера его на кондиционер возили. Вот, видимо, эти кнопки, что ли, кондиционера. Че вы там, запрятали, что ли, не пойму. Сейчас мы докопаемся, дорогие друзья. Докопаемся до истины. Вот паспорт кондиционера. Автохолд. Ладно, по кондиционеру отдельно сниму. Так что вот, один на обкатке, а один здесь. По фотографиям все это можно будет увидеть, что у нас их действительно два. Вот он наш кондиционер-то, автохолд. Вот как он выглядит-то. Конкретный тюнинг. Ну что, дорогие друзья, если вам нужно что-то подобное, пожалуйста, обращайтесь. Сделаем. Может быть, даже такие по наличию начнем. Так что заказываем, не стесняемся. Меня зовут Ильсур Жумадилов. И это КамАЗы для Армавира. Года здесь у нас. Года у нас здесь 15-16. Вот так. Спасибо.